Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать и показать, что произошло с нашими пересаженными орхидейками, которые мы пересаживали почти 3 месяца назад в закрытую систему. Как помните, вот это была вот сиреневенькая такая орхидейка. Она после пересадки сбросила все свои цветоносы, отсушила пару листиков здесь, но выпустила вот новый один листик. Мне советовали удалить цветоносы, вот эти вот. Но я решила не удалять их и оставила. Что с ней происходит дальше? С ней вот что происходит. Она еще отсушивает один листик. Вот. Вот он. Новенький она дала и отсушивает еще один лист. Но здесь у нас такая есть новость. Ну, как бы она себе, конечно, ну, вот с листьями не очень хорошо у нее все. Они такие и были, вот, и покрученные. Я думала, они разровняются, но они почему-то не разровнялись. Ну, ладно. Но здесь она нам дала... Сейчас посмотрим. Сейчас я вам покажу, что она нам дала. Она нам дала детку. Вот, маленькая деточка, вот она. Может, плохо видно. Вот здесь вот. Вот так стану. Вот маленькие там такие. В общем, вот так вот с этой сиреневой орхидейкой. Сразу же она сбросила все цветоносы, потому что мы ее переставляли с места на место. У нее не было места своего. Ну, потом появилась, и она как-то остановилась, выпустила листочек и чувствовала себя нормально. А вот последние несколько дней начала отсушивать этот лист. И я их поливала и обнаружила вот там вот детку маленькую. Так что вот так. А с салатовой нашей орхидейкой, что с ней? С ней она тогда сразу после пересадки скинула два вот здесь вот нижних листика. Вот здесь теперь пустота. Выпустила много новых корешочков. Вот они. Корешочки эти наши. Вот к воде пошел какой. Вот здесь корешки. Здесь выпустила два листика, вырастила вот таких вот молоденьких, красивеньких. Отсушила цветонос один. Вот он, отсушенный, его обрезала. Ну а здесь продолжает цвести. Как бы закрытая система работает. Цветы себя прекрасно чувствуют. После стресса некоторые даже это после стресса сбросила листики. Но совсем недавно она отсушила этот цветонос. Вот этот пока держится у нас цветоносик. И дала два листика молодых. А сиреневенькая орхидейка сбросила все цветоносы, отсушила тоже два листика, отсушивает, дала детку и молодой листик. У нее происходило, скорее всего, из-за стресса загнивание корней сверху. Я их почистила, и потом как бы все остановилось. По корням, что по корням? Корни не здесь так вот... Не очень видно. Сейчас, минутку. Отодвину эту. А то она... У нее такие большие рога у этой сиреневой. Мешает крутить. Ну вот, видно здесь. Вот здесь вот, наверное, отсвечивает. Ком листьев. О, этих корней. Ну, так как бы корни плохо просматриваются здесь. Только в том одном месте было видно.
В общем, так наши орхидейки себя спустя 3 месяца вот так вот чувствуют, как бы неплохо. Посмотрим, что будет с этой орхидейкой. Как-то мне кажется, что она не выживет и останется только детка. Поэтому она ее и дала. Потому что здесь вот у нее почему-то отходит этот листик, отламывается. Ну, посмотрим. На этом всем пока. До новых встреч. Увидимся.